вашей изоляции от общества, как не представляющей никакого... Я в данный момент имею право оспаривать свое решение коммунического суда города Москвы о том, что ко мне должен быть применен срок в 2 года колонии общего режима. И вот я этим занимаюсь, поэтому вину я не принимаю, признавать не буду. А кроме того, я получаю различные общественно-политические издания, такие как журнал «Новое время», «New Times», ну, и прочие журналы, вроде «Стоунс» и «Власть», «Деньги», которые позволяют мне сохранить духовность и иметь представление о том, что происходит в окружающем мире, соответственно, не заражаться криминальной субкультурой в колонии.